Поздравляю с началом нового учебного года, новых идей, новых достижений, здоровья, сил. Спасибо всем за работу. Нас ждет новый учебный год. Добрый путь. Спасибо. С этих слов началась августовская педагогическая конференция для руководителей образовательных учреждений. Директоры, почетные педагоги, молодые учителя поделились достижениями своих учебных заведений за прошлый учебный год и планами на будущий. В системе образования появляются новые методики обучения. Так, например, во многих школах вошли в практику профориентационные уроки. Каждую неделю по четвергам профориентационный урок. То есть усиливается профориентационная составляющая, ставится акцент и в приоритет раннее самоопределение ребенка, где он хочет в последующем работать и с чем он хочет жизнь связать. Для этого открываем профильные классы, педагогические, медицинские, инженерные, технологические. И, конечно же, сегодня отметили лучших работников в сфере образования. Среди награжденных Владимир Демидов, председатель городского совета ветеранов. Получил почетную грамоту за огромную любовь к своей профессии и неоценимый вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. Мы, в общем-то, понимаем то, что у ребят уже не отвлеченное какое-то понятие о патриотизме, они действительно задают интересующие их вопросы. И видно их заинтересованность и то, что они в теме. Они действительно проявляют такой большой интерес не просто к родине, а именно к состоянию родины. Именно вот такое патриотическая любовь к родине. Это есть, это чувствуется именно вот у ребят. Это, я считаю, частичка нашего труда в этом тоже есть. Впереди новый учебный год, и главная задача, чтобы обучение было качественным и интересным, потому что дети – наше все. Дмитрий Осташкин, Никита Игнатьев, наши новости.